это у нас вот так в городе курорте. Вот это наше Анапское шоссе. Называется официально подъезд в городу курорту. Ну вот, я не знаю, как это выглядит со стороны в современном городе. Вот так. Как-то так. Это тротуар. С другой стороны еще хуже. Там все сплошь. Там подходы к детскому саду затоплены. Люди стоят, вон, не могут перейти просто. Даже возле детского сада. Потому что там понижение тротуара для удобного проезда машин на территорию. И они теперь пройти там не могут. Слушайте, это в Алексеевке, вот Ленинградской. Вода просто с дороги идет во дворы. Она туда заплывает, затекает. И просто стоит вот такое море. Люди как могут что-то делают, пытаются мешками с песком отгородиться. Но это все вода. Это все речки, ручейки, которые текут во дворы, которые затапливают, опять же, частные дома. Вот так. И тротуары в воде, и проезжая часть в воде. А мне сейчас эту воду еще придется переходить. Я не знаю, как. Машины идут, куда они деваться, от них брызги летят во все стороны, то есть они еще и добавляют, перехлестывают эту воду. Девочка, женщина пытается загородиться от воды, потому что и у них все во дворы. Ну это, по-моему... Но они уже затоплены, дворы. Они просто пытаются бороться с тем, чтобы не усиливалось, не усиливался приток. Это уже бесполезно. Здесь слева сухо, но это сухо вот именно на этой части их домов, которые выходят на Ленинградскую. А задние части домов выходят у них на улицу Зеленую. Там тоже вода. Просто невозможно ходить, бабушка с сумками. Ей надо дорогу перейти. Как она пойдет? Ну как? Вот как-то так. Вот так и пойдет. Но тут машины. Сейчас посмотрим. Вот отвернули на улицу Зеленая. Как вам такое в городе? Со статусом город-курорт. Вот так живут люди. Представляете? Вот так. Машины у них тут стоят. С детьми они тут выходят. Куда? Не знаю. Я понимаю, что наш мэр предпочитает передвигаться по городу на машине. Да и нигде, кроме главных улиц, он и не бывает. Ну и на пляж иногда. С инспекцией. А как люди должны жить в обычных домах? Его не касается. Он от этих людей не зависит. Они его не выбирали. Его назначили из Краснодара. Ну вот, соответственно, он проблемами города не озабочен. А проблемы, вот они, многолетние, причем проблемы. Об этом говорят уже много лет люди. И вот как я тут сейчас буду проходить, мне, честно говоря, страшно. Потому что, мне кажется, даже меня сапоги не спасут от этого.
Залилась вода в сапог. Все-таки залилась. У меня носки все мокрые. А мне еще ходить и ходить. Вот такая вот. Вот такой поток. А вот это на нас у частного бизнеса дела обстоят. Вода отсюда переливается на территорию частных гостиниц. Там, естественно, все затоплено. Люди несут огромные убытки. Огромные просто. Здесь вся дорога. Вся пешеходная часть затоплена. А здесь дети ходят из школы, в садик. В общем, конечно. Каждый несет убытки от этого. Я представляю одной только сколько обуви за это время было выброшено. И по необходимости приобретать нужно новую. Сколько машин было помыто. И сколько домовладений затоплено. Просто вода. Вода по пешеходной части. 21 век, 22 год 21 века. Мы ходим в броднях.